Доброе всем утро! У нас уже без 15:10. Я сварила компот, мы позавтракали, я помыла посуду. На сегодня яичница была с колбаской, сейчас я опять перекушу, потому что опять голодная. Укроп, колбасу, черный хлеб буду есть с компотом. Сейчас быстренько я пойду продолжать работу. У нас уже лето, поэтому я достала свою любимую синенькую волшебную мисочку. Ой. В общем, набираю сейчас в нее холодной воды и буду остужать компот. Сварила, несмотря на то, что еще графинчик остался, но для того, чтобы этот уже охладился, пока мы предыдущий графинчик допьем. Я пошла продолжать свою работу, а компот пока остывает. И, кстати, купила себе, никогда вообще такой штукой не пользовалась, знаете, масло для кутикулы. Потому что заметила вот с этим вот маникюром, с моей работой, из-за того, что часто-часто мою руки, очень сохнет. Поэтому сейчас намажу, ну, прям раз по 5 в день мажу, ну, чтобы все это смотрелось, по крайней мере, гармонично и не было сухого здесь очень много, как в прошлый раз. Всем привет! Мы сейчас рвали черешню, и мы с Гришей еще не только рвали, но и убирали. Ну да. Так, нет, поехали. Да, я куда? Ну, засни, как я это прыгала и летела. Представляете, только залезла в душ. У нас уже обед, родители уехали, мы уже тут повязали сколько могли, потому что голова у меня вообще после шляпы вся как это. Ну ничего страшного, вот, в общем, залезла только в душ, хорошо, что не намылилась. Выключили свет, соответственно, воду. Вот теперь на свете. И что хотела сказать? Получается, что, блин, опять ничего не сделаешь. Хотела сделать котлет, но фарш перемолоть не смогу. В общем, не хочу заводить генератор, так что ждем вечера. Мы маме наработали, и это приготовили подарки. Гриша написал: «Мама, прости». Еще цветы. Здесь два цветочка. Мой. Мам, как это мило проснуться и увидеть уменьшенную горку малинки. Мы чеснок готовим треугольничками. А я здесь. 4, 3, 2, 1. И сверху вот так вот скотчиком перематываем. Треугольничек, ага. Нас, в общем, недавно дали свет, поэтому сейчас мы доедаем. Я буду суп доедать. Сижу, мне сейчас поджарит рулька, была еще в холодильнике. И пюре сейчас все это он подогреет на сковородке. Что еще? Рыбу сейчас вымочит, и мы ее вывесим. Это все уловчики и уловчики, ребят. И что будем делать? Я буду готовить ужин, потому что вдруг опять завтра выключат свет. В общем, это чтобы было и обед. Ну, в общем, сейчас что-нибудь приготовлю так, чтобы на завтра осталось. И гляньте, я сегодня поубирала в полочке. Достала это манная крупа, которая, я не помню, сколько, 150 лет. Там уже завелись жучки, даже несмотря на то, что там лежит лавровый лист. Что, короче, для меня самый надежный способ хранения круп все-таки в холодильнике, а не в шкафу, потому что даже с лавровым листом. Там живут животные. Гляньте, тут целый зоопарк просто. Еще не можем разъехаться, да, Афоня? Мы сейчас в магазин едем с Афонькой. Работа кипит, короче. Это ж молотковая краска. Ну да, вот здесь вот снизу прям Гришель снимает, а капает. Так ты нашел и кисточки? Это старые были у меня там какие-то. Вот это мы покрасим. Так, ну я тогда пошла готовить. Хорошо, папульчика? Риша, ну как? Мы с Афонькой вернулись с магазина. Сейчас покажу, что тут накупили. Но на самом деле на несколько дней, я надеюсь, потому что не хочется каждый раз выезжать в магазин. Томатная паста, кубаночка, моя любовь. Очень люблю эту, именно томатную пасту.
батон опять нарезной купила в магните. Печенюхи с кунжутом. Очень нам нравится именно с кунжутом. Дальше опять бородинский хлеб. Положу его в холодильник, потому что без холодильника он быстренько помирает. Творог 9%, как и вчера. Взяла 2 штучки, потому что он очень вкусный оказался. Сметану взяла коровку из кореновки, потому что простоквашина была прям вот здесь вот вверх очень сильно вздут. Я как-то не рискнула. И молоко. Хотя завтра брать, ну, все равно пригодится. Дальше зашли вообще в нашу любовь Кавказ. Купила геркулес на завтрак, кашка, потому что уже малинка началась. Можно по кружечке, по маленькой собирать на завтрак. Купила охлажденное филе куриное. Очень довольна, потому что сейчас буду делать котлетки из куриного филе, из уточки. Сейчас наобрезаю мяско. И еще хочу потушить, ну, уже завтра, наверное, купила минтая. 3 штучки. Тоже очень часто, мне кажется, круто. Льда много нет, поэтому я, в общем-то, рада. Вот каждая штука вот так вот упакована. Домашние яйца купили в магазине, где покупали кисточки, чтобы красить. И там женщина продавала домашние яйца. Поэтому взяла 2 штучки. 20 штук получается. Так, сливочное масло, это уже покупки из люкса. Сливочное масло, помидоры, огурцы. По-моему, больше ничего не купили. А капусточку. Тоже салаты уже хочется. И огурцы. В общем, все, все покупки. Сейчас готовим ужин. Наобрезала я тут у меня куриное филе и уточку. Я пообрезала. Буду сейчас делать котлеты из утиного, из куриного фарша. Вот мои чумазики пришли. Чумазики. Покажи руки. Глянь на свои руки. Нет, а на сами вот эти руки. Вот здесь везде. Это ужас, надо идти в душ. Из курин? Да, куриное филе и утиное мяско. Так, идите, мойте руки хорошо с мылом и идите кушать. Не, я... А что будем кушать? Есть творог со сметаной, есть компот с печеньем. Еще? Ужин, это творог со сметаной, но у меня с медом. Антоха делает себе сэндвичи из печенья с маслом. Афоня тоже просит хлеб с маслом. В общем, все голодные, все я поработали. Сейчас купаться. Сейчас купаться, да? Все, мы спать. 11 часов. Пораньше ляжем практически. Всем до завтра. Какой-то странный у меня сегодня влог. Если честно, я почти ничего не снимала, потому что мы все время вязали зелень.